Интер-ювелир – самая крупная выставка в южном регионе. Она собирает лучших производителей украшений из золота, серебра и других драгоценных камней. Изысканные и уникальные изделия в этом году представляют более 150 компаний-производителей со всей России, в числе которых продолжатели исконных народных традиций в ювелирном деле – кубачинские, златоустовские и якутские мастера. Наши участники ждут вас и готовят вам акции, скидки, специальные предложения, приятные сюрпризы. На нашей выставке вы сможете увидеть и приобрести самые эксклюзивные товары, самые красивые и самые качественные, на любой вкус и на любой кошелек. На выставке представлена вся роскошь ювелирного искусства, от блистательных украшений до эксклюзивных подарочных наборов и сувениров. Посетители смогут заказать профессиональную чистку или сдать свое старое ювелирное изделие и обменять на новое. Ежедневно гостей ждут интересные конкурсы и возможность получить приятные сюрпризы. Каждый день мы разыгрываем тур на Красную Поляну и большой ассортимент ювелирных изделий. А также наши компании-партнеры готовят для вас также сюрпризы в последний день. Те люди, которые приобрели у них на стендах свою продукцию, получат от компании Seven Diamond тур на двоих в Марокко и от компании Don Ювелир их ювелирные изделия. А вот сами компании-производители поборются за звание лучших в 7 номинациях. Оценивать продукцию будут эксперты ювелирной индустрии. Двери выставки номер 1 «Интер-ювелир» открыты с 20 по 25 июля в отеле «Жемчужина» с 10 до 20 часов. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.